Привет, мои солнышки! В этом видео будет ваш долгожданный рум-тур. Я постараюсь заснять все, что у меня получится. Хорошего вам просмотра, надеюсь, вам понравится. Не забываем ставить лайк. Итак, начинаем с коридора. Наша входная дверь, вешалка, на которой всегда висят мужа вещи, вечно. Здесь тоже его обувь. Свою всегда я убираю в полку сразу. Вот такая вот полка у нас в коридоре. Раньше был шкафчик, который отодвигался, старый такой. И муж сделал полку для обуви. Здесь вот для вещей. Остальное же полочки такие. Понятно, да, все как у всех. Здесь внизу моя обувь, которую я сейчас ношу. В основном вся спортивная. Видите, нет ничего на каблуках. Остальное все убрано под кроватью. Вот. Идем дальше. Здесь у нас кухня. Холодильник все тот же, который у нас был. Bosch. Вроде Bosch он у нас, да, Bosch. Вот такая полочка появилась. Ее не было. В принципе, здесь на кухне все новое, кроме холодильника и стола, по-моему. Газировка муж пьет. Это у нас оливки черные, нам свекровь дает их. Идем дальше. Питьевая вода. В Турции с крана вода не питьевая. Вот в таких бочонках заказываем воду. Нам хватает сейчас буквально на один, на два. На два. Раньше хватало на дольше. Так. Посудомоечная машина, которую ни я, ни Зулечка ни разу не включали. Я люблю мыть посуду руками. Я вообще что люблю делать, это мыть посуду. Вот. Честно сказать, мне никогда она не была нужна. Но я думала, раз появятся дети, будет необходимость. Пока необходимости в ней не вижу. Здесь банки-склянки детские, все вещи. Я вытащила йогурт, чтобы он стал чуть-чуть тепленьким. Очень красивая плитка вот эта вот. Выбирали с мужем вместе по интернету. Он мне скидывал фотографии, я выбирала. Ну, заловки и мне, и мужу, в принципе, всем троим понравилась эта плитка. Вот так. Наверху тоже шкаф. Я даже не знаю, что там. Вот так все выглядит. Полы тоже поменяли. Ну, в принципе, все поменяли. Печка. Печка, духовка, вытяжка. Все одной марки. Я эту марку даже не знаю. Вот так вот. Вот такая, такая вот у нас кухня. Это картина, которую я собирала. Алмазная вышивка. Здесь цветок, который ждет, пока его посадят. Мне его заловка принесла. И все. Это тоже вешалки для салфеток. Купила свекровь. Все. Здесь у меня здесь крупы всякие разные. Приправы. Всякие пакеты, салфетки. И внизу тоже ванилин, всякие приправы, детское питание и кашки детские. Вот так. Идем дальше. Так, уже 4 минуты прошло. Это салон по-турецки, на русском зал. О, сынули возмущается. Упал, наверное. Это диваны и кресла тоже новые. У нас были черные. Старые такие страшные были. Сейчас, сынуля. Сейчас, секундочку. Так, идем дальше. Диваны тоже выбирала я по WhatsApp с мужа. Вот. Картины с AliExpress я заказывала. Уже под диваны сами. Здесь нужно поменять люстры, никак у меня руки не дойдут. Эта картина тоже алмазная
вышивка, вырезка, вышивка, как она называется, не знаю. Тоже собирала я. Я хочу ее перенести в коридор, потому что здесь слишком много картин получается. Это тоже картина, которую собирала я сама. Она самая большая у нас. Столик с детскими принадлежностями. Подгузники сына. Памперс премиумки. Подгузники дочери. Слипи двоечка, которые остались. Памперсы обычные. Вот. Копилки. Это принесла бабуля для них. Муж или бабуля, или тетя, когда приходит, все что мелочей в кармане выбрасывается сюда. Так, идем дальше. Самое дорогое в этой квартире, вот мой сынуля и моя дочь, которая спит детской. Ну, бассейн вы уже знаете, там уже установил специально для деток, чтобы они не выползали, ни об что не стукались. Тренажер, которым никто не пользовался, только я несколько раз, и все. Он ждет своего часа. Так, вот так, в принципе, выглядит наш зал. Конечно, без вот этих всяких детских вещей, без вот этого всего, без пеленок, это все будет смотреться лучше, но у нас дети, причем их двое. Здесь у нас балкон с моими цветами, точнее, что от них осталось. Ой. Ветер. Вот так вот. То, что здесь есть. Идем дальше. Так. Здесь тоже у меня цветок. Он растет и растет. Красавчик. Раз. Два. Идем дальше. Здесь наша с мужем спальня. Что нам досталось? Манюсенькая комната. Мы хотели из этой комнаты сделать спальню, но сюда кровать и шкаф не вместились. Вместились, точнее, но нам ходить было негде. А спальня старая, мебель, ничего нового в спальне нет. Все то, что было в нашей предыдущей спальне, принесли просто сюда. Тоже портрет. Тоже делала я. Вещи после стирки сложила. Маминовые синулины трусишки. Здесь тоже у нас балкон. Он был открытый. Сейчас он открытый. Застеклил его муж. Так, темно, не видно, да? Сейчас я постараюсь с этой стороны снять. Ну, в принципе, балкон как балкон. Вот застеклил и застеклил. Здесь у меня несколько цветочков, которые с себя приходят. Вот они. Вот этот шкаф у нас стоял в коридоре. В нем была обувь. Сейчас я здесь храню всякую всячину. Здесь внизу, например... Ой, ой, господи! Сил нет! Нет, здесь держаться не за что, чтобы его открыть. Открою этот. Здесь у меня лекарства, например, которые я привозила в основном из России. Прозалидон. Стрептус это местный. Это после Зулечки. Энтеросгель, ну и так далее. Да? Все это для детей из России, то, что брала. Нурофены. Сейчас я постараюсь нижнюю открыть. Что у меня в нижней, я даже не помню. А, здесь у меня порошок, фейри, сив. Вот это юмош. Это ополаскиватель для белья. Я все закупаю оптом. У меня нет возможности раз-раз-раз побежать в магазин. Поэтому все должно быть много. Так, здесь у меня детское питание. 5 баночек еще. Вот. Стульчик для кормления. Ой, вот он. Надо его занести. Уже сынуля, в принципе, может на нем сидеть. Весь мой хлопотусик. И сушатся. Овощи здесь же. Лук растет, растет, видите. Вот так вот, короче. Идем дальше. Здесь ванная. В ванной тоже все то же самое, что и было раньше. Ничего нового нет. Все то же самое. Ванная потолок у нас очень низкий. Это
В этом доме во всех ваннах так. Здесь ничего не изменилось. Так, что с Линоли возмущается? Сейчас. Так. Здесь комната, в которой спала Зулечка. Сейчас я сюда занесла вещи, вот, которые после сушки ждут своей Глашки. Отдельная доска здесь. И все мужа штаны, которые он сейчас носит. Мне их некуда складывать. Вот сложила сюда, чтобы они все были у него перед глазами. Потому что он покупает постоянно почти одинаковые все. Вот такого серого цвета. Тут еще какой-то серый цвет. Там ниже еще какой-то серый цвет. Ой, а почему он кажется синим? Он серый. Ну ладно, точнее об этом. Это после Зулечки остались ее уходовые средства. Она не стала забирать, чтобы не таскать. Здесь у нас огромный шкаф для одежды. Он новый. А перед отъездом в Дагестан мы его покупали. Так, здесь мои футболочки. Да. Вот здесь уже мужа футболки. Так, пустые вешалки я обычно убираю. Ну, обычно я их убираю, но сейчас я уронила. Так, здесь рубашки и свитера, которые я сейчас ношу. И так далее. И осталась детская. Самое, что я люблю в этой квартире, детская комната. Здесь спит моя принцесса, я буду разговаривать тихо. Так, заходим. Кресло. Кресло-качалка для кормления. Так, здесь у нас старый шкаф, который был. Здесь наша одежда с мужем зимняя. Его почему-то мы не додумались разобрать. Муж не додумался, я тоже. Потом в голову пришло, но уже было поздно. Так, кроватки. Слева кровать моей принцессы. Здесь же кровать моего принца. Звездочками украшала я картины с Алиэкспресс. Так, я жду на днях люстру. Вот ее тоже потом я вам покажу. Осла. Вот эта фигнюшка, такая бесполезная штука. Вообще недовольна ею. Батарейки садятся очень быстро. Музыки практически никакой нормальной нет. Вообще неинтересно. Вообще. Она, кстати, дороже, чем эта. Это намного лучше. Ее я включаю постоянно, и батарейки так быстро не садятся. Моя красавица спит. Бабочка моя. Мой миленький девочка. Вот такая у нас кроватка. Кроватки я выбирала перед отъездом в Дагестан. Эти картины тоже с Алиэкспресс. Вот это все ночью светится, если включать. Так, здесь у нас их носочки. Всякие вот воротнички. И шапочки. Здесь кофе, потому что мебель пахнет. Никак до сих пор запах новой мебели не ушел. Здесь вещи моей красавицы. То, что она каждый день дома носит. Люба Буськина, мамина. Здесь салфетки. Ну, всякие вещи. Здесь вещи сыночка, которые он каждый день носит. Эта полочка тоже поднимается. Здесь у меня эти пеленки на каждый день и влажные салфетки полные. Я человек запасливый. Я когда говорю, мне, наверное, вы не верите. Но я люблю все покупать оптом. Принцесса проснулась. Вот. Это каждодневные пеленки. Это же влажные салфетки.
Влажные салфетки и эти пеленки у меня заканчиваются очень быстро. Это книжки, которые я им привезла из России. Такие раскрывашки. Звездочка тоже ночью светится. Проснулась, а вроде нет. Я еще не поняла, просыпать или нет. Здесь тоже открывается полочка. Ну, здесь у нас подгузники. Вон там внизу слипи. Трусики. Самые ужасные, которые я видела. Договорилась, что вот сейчас их на днях заберут. У меня девушка должна прийти забрать. И вот эти вот подгузники слипи. Доечка носит еще ничего. Такс. Идем дальше. И что здесь осталось? Здесь остался шкаф. А, еще. В наших кроватях что есть? Вот здесь отодвигается. Но сейчас мне тяжело будет отодвинуть. Здесь потому что у меня упалас. Кстати, эти... дорожки тоже из Китая. Я уже сейчас секунду отодвину, потом включу камеру. Короче, я не стала до конца отодвигать. Вот смотрите, здесь у нас матрас. Это все отодвигается вот до сюда. Спальное место специально для мамы. Мы брали с таким расчетом, что я буду вот здесь вот спать. И сидеть и будет беспокойной. Но пока все нормально, я сплю в своей спальне, они спят здесь. Как-то так. Пупсик! А, пупсик, ты улыбнешься или на камеру не будешь улыбаться? Нет? Ладно, тогда мама тебя не снимает. Здесь то же самое. Так же выдвигается она. А здесь у меня вещи, которые детям уже малы. Я их сюда закидываю. Потом отдам кому-нибудь всякие костюмчики, вещи. Всякие вещи, короче. Вот. Обе дорожечки с Алиэкспресс заказывала. Заказывала облака, потому что у нас люстра тоже облака. У нас, как видите, здесь облака. Ну, короче, понятно, да? Тема облаков и звезд. Шкаф траводверный. Пеленки. Здесь курточки, которые... Когда я еще была беременная, вот эти две одинаковые курточки связала свекровь для моих деток. Ну, им еще рано их носить, они большие. Шапочки, подгузники, смолины, тучины. И здесь тоже эти пеленки на каждый день одноразовые. Здесь их одежда. Тоже комбинезончики. Это два комбинезона, которые муж покупал, пока мы были в Дагестане. Такие они сейчас... Сейчас большие, на следующий год будут маленькие. Это, которые мы сейчас носим. Ну и всякая-всякая разная одежда, которую ждет своей очереди. Наверное, у каждой мамы вот так вот все висит и ждет своей очереди. Шортики. Ждут очереди. Здесь всякие штанишки. Это два одеяльца. Их первые одеяльца. Я их буду весной сейчас пользоваться. Так, сынуля возмущается, но здесь всякая всячина детская. Здесь что у меня? Простыни новые детские. Здесь тоже это для кормления. Ой, сейчас, сейчас пойду посмотрю, что там сын возмущается. Иду, маме! Короче, вот такая вот у нас квартира. В принципе, все обычное, все как у всех. А вот здесь еще этот... Такая штука манюсенькая. Думали, здесь дети будут играться, но она такая настолько маленькая, что ни один ребенок туда не поместился. Вот игрушки собираем туда. И мой рюкзак, про который все спрашивают, откуда он. Если не забуду, оставлю ссылочку. Я его брала на Алиэкспресс. Очень удобно, очень им довольна. Здесь у нас окошко на улицу. Занавески получились... под цвет звездочек. В принципе, все показала. Мами!
Ладно, закрываюсь, мои хорошие. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайк. Мне будет приятно. Спасибо. Всем пока-пока-пока.